С флагом маяка в руках через весь зал за медалью на сцену. Именно об этом Наталья Михайлова мечтала почти 2 года. В компетенции лабораторный химический анализ работница маяка взяла бронзовую медаль, обойдя более десятка соперников с атомных предприятий России. Было сложно и как и физически, так и морально физически, потому что модули по продолжительности длительные, а морально, потому что приходишь с площадки, готовишься к следующему дню. Это очень интересно и эти непередаваемые ощущения. Сборная «Маяка» вернулась с отраслевого чемпионата профессионального мастерства «Атом Скиллз». Для озерских атомщиков соревнования стали самыми масштабными за всю историю существования. В честь предприятия в этом году отстаивали более 90 человек. У «Маяка» 4 бронзовых медали в компетенциях химанализ, мехатроника, управление жизненным циклом и промышленная автоматика. И, кроме того, серебро чемпионата домой привезли наши инженеры-проектировщики. Итак, бронзовые медали. Производственное объединение «Маяк», ваши аплодисменты. Невозможно привыкнуть к этому адреналину, когда ты не знаешь своего результата, когда ты ожидаешь объявления, когда со сцены назовут или не назовут наше предприятие. Это потрясающе здорово. Напомним, отраслевой чемпионат профессионального мастерства «Атом Скиллз» проходил в 3-й раз. Он собрал более 900 участников практически со всех атомных предприятий России. Сборная «Маяка» принимала участие в 17 из 27 компетенций, что для озерского предприятия тоже рекорд. Такой масштабной сборной на чемпионате у «Маяка» еще не было. Мы же ставим задачу подготовки персонала, квалификации, компетенции, и вот этим охватом большим мы готовим будущее нашего предприятия. Это состоялось. Понятно, что по призовым местам мы вроде как будто похуже, да, того, что могло быть. Но сейчас конкурентная борьба очень высокая. Даже считаю, что нашими высокими результатами прежде мы подталкиваем вот это развитие в отрасли. И этим тоже удовлетворен. Я думаю, ни в этом зале, ни за его пределами нет ни одного проигравшего. Мы все только выиграли, стали профессиональней, стали мастеровитей, стали командней за эту прошедшую неделю. По итогам «Атом Скиллз» в «Росатоме» соберут сборную на всероссийский чемпионат «World Skills High Tech». Он состоится уже в октябре, поэтому времени на отдых у медалистов нет. Лучшие представят свои компетенции в составе большой атомной сборной. Артем Шварин, Алексей Лазарев, информационный центр производственного объединения «Маяк». «Маяк» един, значит, он непобедим!